600 куйбышевских школьников смогут заработать собственные деньги этим летом. Несколько часов работы в день на открытом воздухе оказались полезны не только для здоровья, но и для личного бюджета. Оксана Тимошенко подробнее. Садовые ножницы Виктория Серпенева освоила уже на рабочем месте. Стричь кусты раньше ей не приходилось. Теперь школьница делает это быстро и качественно. Основная плоскость уже есть, и надо остальные, которые выступают, просто подрезать под общую. Территорию возле городской библиотеки бригады школьников облагораживают 8-й год подряд. Площадь немаленькая, работы хватает. Полить, прополоть, убрать мусор. Некоторые ребята приходят, даже бывает, не знаю, как лопату правильно держать и как ее копать элементарно. Но вот осваивают и эти инструменты, и лопаты, и грабли, и остальные садовые инструменты. Вот у нас есть, допустим, такие вот небольшие инструменты, которые выдирают корни. То есть они некоторые первый раз их видят, но справляются. Работают школьники по 2,5 часа в день с понедельника по пятницу. Трудовая смена длится 21 день. Зарплата почти 6 000 рублей. Я думаю, копить. Откладываю. На трудоустройство 620 куйбышевских школьников из районного и городского бюджета в этом году выделено больше 4 миллионов рублей. Поступило заявок больше. Конечно, мы будем обращаться сейчас к главе Куйбышевского района, к Олегу Васильевичу, для того, чтобы увеличить финансирование. Если будет увеличено финансирование, если позволит нам, опять же, обстановка, мы, естественно, будем обращаться и уже будет какое-то приниматься решение на сентябрь месяц. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, пришлось временно отменить экскурсии на городские предприятия. Там ребят знакомились с профессиями. Теперь все работы исключительно уличные. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.